Сегодня в МФЦ можно оформить детские пособия, компенсационные выплаты, получить и распорядиться материнским капиталом. Есть возможность оформить выплаты по уходу за детьми. Здесь же можно записаться в школу или встать в очередь в детский сад. Эти услуги можно получить и в электронном виде на портале госуслуг. Если нет личного кабинета, для этого просто нужно зайти на сайт госуслуги.ру, зарегистрировать свои данные и прийти в МФЦ и подтвердить свои данные. Для этого нужен минимальный набор документов. Это паспорт, это СНИЛС, пенсионное удостоверение, номер и номер вашего телефона. Любой гражданин может прийти к нам в МФЦ, обратиться за этой услугой. Эта услуга будет оказана максимум в течение 5 минут. Человек будет и зарегистрирован на сайте госуслуги, у него будет открыт личный кабинет и подтверждение данных. Одновременно с этим пройдет здесь.